Всем привет! Это снова привычный вам голос за кадром. И сегодня у нас такое вот уникальное природное явление, как нерест селедки. Посмотрите, сколько народу. Все рыбачат, всем интересно. Сейчас поедем, посмотрим, что там поближе. Кто-то на лодках, кто на чем. Запах, конечно, стоит просто. Селедка одна сплошная. Все вот такое вот белое. Народ там прям. Нужен сачок. Не знаю, сачка у меня нету. И селедка мне особо нужна. Но это интересно, посмотрим. Сейчас переоденемся, пойдем туда посмотрим, поснимаем. Ну вот, проломаю. Лед, все в море. Беленькая. Народу капец. Запах просто неимоверный. Сейчас отлив. Ой, то есть прилив. Ее вроде как нету. А когда отлив, ее здесь просто кишмя. Я не знаю. Она сейчас там на глубине. Далеко. Так, сачок и вошел. Тут глубоко еще яма. Вон чая куча. Тоже все хотят кушать. Народ там. Кто насобирал, успел, кто нет. Ну, море просто цвета шикарного. А сверху сейчас посмотрим, вообще заглядение будет. Вон народ все прибывает, прибывает. Даже без селедки. Вид шикарный, блин, яма, очень аккуратно надо быть, ничего не видно. Сейчас селедки уже нет, я послал по одной, рыбки у кого-то есть, вот так вот кидаемся, а обычно здесь просто кишмя. Надо ждать отлива. Далеко она там получается, на глубине, а там уже очень глубоко и не подойдешь. Ну и все, вон народ без селедки. Ждать надо отлива. Хотя вроде плещется что-то. Здесь еще из этой воды ничего не видно. Здесь она там нет. Ну, пока народ не ловит. Значит, нет. То она прям плещется, не знаю, видно, нет. Она прям выскакивает. И вон там на глубине тусуется. Плещется, прям выскакивает. Везде вон там. Ну, она там. Где идет уже. Глубина большая. А туда не подойти. Вон кто-то успел наловить селедочки, переливается.